Более 240 миллионов тенге выделили на развитие системы здравоохранения Алматы в этом году. Это на 17% больше, чем за прошлый год. Об этом сообщил директор фонда социального медицинского страхования Тлеухан Абильдаев. Вместе с тем увеличилось финансирование высокотехнологических операций и дорогостоящих процедур, таких как ЭКО. Он подчеркнул, что с внедрением ОСМС увеличилась доступность консультативно-диагностической помощи для населения. Например, на этот год выделено более 3,2 миллиарда тенге на 3152 услуг. Всего за 4 месяца текущего года уже проведено 476 процедур ЭКО на сумму 484 миллионов тенге. Сейчас по городу Алматы в рамках договора с фондом медстрахования 8 медицинских организаций осуществляют реализацию экстракорпорального оплодотворения.